Всем привет, друзья. Блин, думаю, поеду по короткой. Поехал. Пузом касаемся. Не день без оффроуда называется. Едем к этому известному джиперу. Говорит, сейчас поедем за серьезной покупкой. Ну, говорю, ну давай, я готов, вылетаю. Там, говорит, времени в обрез, надо успеть. Говорю, успеем, наверное. Сейчас будем лететь, посмотрите. Какая там неожиданная покупка. Я думаю, вам должна понравиться. Папа, машина отличная. Ля, как может. Радуется, что домой приехал. Бэйби, бэйби, брекет, косичка, мини-юбка, кепка. Это трек. Не для тверка. Ну и кто здесь у нас? Опа. Куда мы едем? В лес? И вот. Заезжаем в туман. Уже в тумане. Вот это да. Не получилось нормально доехать. Смотри, машину не поломай. В натуре. И в попку. Сука, ты шо, времена настали стрёмные? Какие-то вандалы за ночь фары выдернули. Только увидели, что я новую тачку пригнал, все, выдернули фары. Черти, сука. Сейчас перегоню ласточку, бо скоро я без колес останется. И без дверей. Ты представляешь? Выдернули фары, вот это да, это же до чего беспредел. При Янике такого не было, что там не говори. Привет, пацаны, как дела? Почем шаурма, блядь? О, пешеход. Нихуя будет. Это. Ну, руки мерзнут, конечно, руки мерзнут. Согласись, братан, брычка у меня яка. Раздели, раздули, сука. Приходится вот так вот ездить. Не, я всего добился. Сама заглохла, конечно. Что происходит? Опа! Руслана Беха. Он говорит, не закрыта дверь. Странно. Руслана Беха на новой зимке. Оп. Так, хочу запечатлеть этот момент. Был на авторынке. Вот. Значит, что происходит с Волгой, пока на ходу это все буду снимать. Волга по счастливому стечению обстоятельств. Ой-ой-ой-ой, сколько с нее течет. Волга по счастливому стечению обстоятельств начинает разбираться, и очень неплохо. Фара, капот, крылья, две двери и бампер передний был продан. Опа-па. А что это у меня течет? А, омывалка. Фу, слава богу, вот отпала и вытекает. Я уже на измене думаю, вот это я приехал. Вот, короче, Волга пока выглядит так. Ну, на ней мотаюсь, дела закрывает. Вот. Такие вот дела. Поеду сейчас обратно. Покупал подшипник для Пассата, потому что не на чем уже передвигаться. Печка включена, но все равно не помогает. Оп. Думают, да, лево-право. Лево-право полетели. Макс принес какой-то подарок, говорит, это на Горбатова.
Ёлки-палки, высоковольтных проводов. Посмотрите, сколько. Это кайф. Витя, все, горбатый надо завтра. Смотри, план на завтра. Это чье? Это с Волги. Оно вон сюда. Надо что, завтра... Зачем эти провода? Провода высоковольтные, на горбаты. Ну, новые. Тягать его на них или что? Да не, заводить, это по ним искра идет. По ним искра идет, по проводам. Почему они такие длинные? Потому что горбатом очень серьезный мотор. Это ж тебе, не как в мане почти. Это тебе не это. Я понял, это тебе не то. Да. Не, ну Волга четкая. Покажи, что в багажнике в Волге. А я так, может, и не покажу. Да, надо ключи. А она закрылась. Ну все, попали. Мне нравится этот есть. Зонт лежит, зонт, видел? И подушка. Так надо забрать на покатуху зонт, не забудь. Подушка, говорит еще. Что за подушка? С лицом бывшего хозяина. Ёлки-палки, так а что ты молчал? Подожди, я вас фоткаю, давай. Стой, стой. Стой, ближе, ближе, ко мне подвинься. О, блин, какие вы красивые с бывшей хозяйкой. Это она пилотировала эту Волгу раньше? Да, Оксана. Оксана? Не Наташа? На нее машина записана. Да ну что ты рассказываешь? Покажи техпаспорт. Дома сегодня вылазил. Ёлки-палки, ну ты нормальный человек. Заблокировал. Оксана. Говорит Оксана. Оксана. Про Оксану что-то я крутится в голове, но я не могу ничего вспомнить. Смотрите, друзья, тут пятиступка. Вот пятая, да? Пятая, да. Электрозеркало. Первая, вторая, третья, четвертая, а вот, пятая. А вот, смотри, ты забрал эту инновацию? Не. Вот да ну нафиг! Вот, пожалуйста, пассажир. Да ну не гони! В любой момент может. Так а как это? Так ну, это Оксана сама сделала? Или нет? Я думаю, ей помогли. Не, ну это не заводское, или заводское? Заводская, я вот... Да ну нафиг! Первый. Так я хочу Волгу уже, видите? Я тоже. Продай мне. А мне нравится легкость доступа, вот. Быстрый доступ. Сейчас бы погоняли, но сзади тягач стоит. Ого! А что это столько кнопок? Ну... Так а что столько стеклоподъема? Это лобовое и заднее опускается? Переднее, заднее. А это, если ты сделаешь средний. Его 6x6? А, и задний мост подымался, чтобы ленивец, ленивец. Ленивец подымался. Ленивец. Ёханый бабай. Что это, аналгин или что? Ну, все есть, короче. Пирамидон. Мак, ты видел этот прикол? А, я тебе показывал, да? А где панелька? Панельку включай. Вот панельку бы, конечно, не додали мне. Очень жалко. Кинули, да? Ты видел, какой пробег? Да тебя кинули, блин, 387 тысяч, видите? 387 тысяч. Так он его при мне мотал, 520 было. Он при мне, говорит, час, и мотал бы. Чтоб, а, и цену добавил. А иконки где? Где иконки? Ну вот. Класс. Ну, это здесь египетские боги какие-то. Блин, класс. А, кстати, потолок же у меня черный. Офигеть вообще. А вот плафон, слышишь? Плафон вон какой. Да, плафон. Он, кстати, перестал. Подожди, гореть, на передаче. Как только я двери снял, она постоянно горела и, видимо, сгорела. Да? А это что? А, ну, свет? Свет включает. И что-то не горит. Горит? Вот, нет, свет дальний. Вот вытаскиваешь. Дальний? А. А, это как в Бэхе, блин, слышишь? Ну да. Как, ну, как в Азии. Как в УАЗе. Сейчас они отсюда дернули. Блин, щиток приборов такой. Так а щиток ты будешь ставить эту торпеду, все, да? Ну, Макс, мне советуют ее не ставить. Я тоже тебе поэтому советую. Поэтому мы возьмем только щиток, врежем его за место этого. По жесткому, да? По жесткому, красиво, прям на каких-нибудь самолетах. А руль какой красавчик. А что, тут есть гидроусилитель? А, интересно, тут, да, гидроусилитель есть, а есть ли регулировка руля? Макс, твоей стороны нету? Регулировки руля? Нет. Да не, ну это вы уже загнули. Загнули, чё? Да? Ну конечно, вот что. Начинаем перегибать. Это же машина прошлого века. Да, Макс хочет к нам сесть, понял, не может, ломится. Тихо, Макс, нашел вход. Макс заходит. Садись, Макс. Давай лучше. А, там крыло, там крыло. Давай лучше крыло кому-то продадим. О, подлокотник, а ну покажи. Да. А вон еще кнопки, вот задние еще. Тут ну, возможности. Задний климат, задний климат. Возможности для тюнинга очень много. А ручничок какой, посмотрите, а ну, советский. Зонтик я же нашел. Только ну, внутри не открывай, выбит глаза. Батькивщина или что за зонт? Сейчас скажу. Разом до Европы. Для Европы. 20 років. ГИС в Украине. Оп, а что это такое? Серьезно. С
співпраця з Німеччиною, понял? Да. Ну, зонтик, короче, качественный, однозначно. Зонт хороший, слышишь? Давай ну, я заберу, чтобы не да пропал. Не, прекращай, не да нет, ты его продашь ночью опять. Как мотор, блин. Продал мотор, Витя. Я даже не успел моргнуть глазом. Уже я забронировал его с вечера, а утром мотора уже не было. Позвони, может, я перекуплю мотор. Там Витя. Он уже стоит на тракторе. Как на тракторе? Да. И что, работает? Да. Офигеть вообще так. Он мог стоять. Ух! Охренеть вообще. Я думал, ты сейчас еще и панель поставишь. Диск работает. Так, садится опять камера, вторая уже. Что-то я не подготовился сегодня. Да. Ты куфруду не подготавливаешь никогда. Что за песня? Давай. Как, посмотрим. Что за песни? Давай, так, так пой просто. Ну, приложи к уху. 50 на 50. 200 лучших хитов. Бери себе в Land Rover, дарю. Давай. Так, а мне что-то в этот... В BMW что-то подгони. Расходомер воздуха. БУ? Новый, 1100 гривен. И правда, спасибо. Siemens. Оригинал? Siemens. Да. Не надо? Не, так сюжет мы не высосим из пальца. Давай что-то посерьезнее. Да. Пошли багажник вскроем. Да я там наскладировал все. Там мой склад. Ты сейчас начнешь... Отжимать? Подари мне то, подари мне все. Отжимать. Да ты на мотор. Я не забуду тебе никогда этот мотор. Твою любовь? А коврики давай, может. Русь, ну коврики, ну и... Не, коврики нужны тебе. Не трогай. Короче, друзья, вот такой болид у Вити. Сейчас я вам покажу его снаружи. Смотрите, какой красавец. Просто на колпаках модных. Ну, немножко поржавело, конечно. Ну, валит неплохо. Валит неплохо. Машинка. Машинка серьезная. Да, сколько труда, говорю, чтобы сделать автомобили, когда их режут, курочат. Ну, всему свое время, понятно, у всех свой срок службы. Хотя такая уже машинка, как Горбатый, актуальность только может набирать с годами. И все-таки она, конечно, сделана намного лучше, чем мыльница и чем ушастый. Жесткость кузова как-то вот оно все так, не знаю, может я ошибаюсь, конечно, но по ощущениям так и есть. Ну, а Волга, Витя говорит, сверлит очень четко, дрифтит, там есть кадры красивые. Я попрошу, мы сейчас я в конце ролика их добавлю, вы посмотрите. Покажу тут, увидите, склад мостов, у нас мосты поменьше, а он по-взрослому собирает от тягачей. Запасные мосты, колес немножко, металла, в общем, все есть. Тут его тягачи чинятся и рядом. В общем, не сегодня, завтра. Я думаю, завтра мы помпу купим 407-го мотора, поставим и будем гонять. Макс, какой на завтра план, скажи зрителям? Я в час на парикмахерскую. Да, это понятно. С утра Land Rover, там ступицу должны оживить. Токарь ошибся чуть-чуть. С утра разве, да? Да, он обещал с утра сделать. Ну, помпу, я беру помпу, да, с утра и это. И потом после обеда чиним УАЗ, да? Я думаю, УАЗ, Горбатый и Волга, и мы едем. Не, я думаю, Discovery тоже после обеда. После обеда я Discovery. В 2, в 3 где-то приеду и начнем делать. Ну, в общем, завтра подготовка. Серьезно. Ну, Волга на ходу. Витя! Витя! Волга на ходу сейчас? Да, на полном. На полном, да? На полном. Так, а завтра она сможет выехать, нет? Нет. Нет? А послезавтра? Да. Да? Это план, эта машина отсюда все, и сюда лазит, и так вот там сразу. Да нет, но нам надо выехать на УАЗе и на Волге. Завтра помпу. Помпу надо взять. Помпу взять надо. Тань, надо по-любому нанимать кран. Мы ничего не сделаем. Так, ну что, все, пока. Пока скоро этот мотор попадет в УАЗ новый на военных мостах. Я думаю, с этим мотором. Слышь, а там он, наверное, подсос воздуха, где изолента. А где ты смотришь? А вот изолента, видишь, желтая. Да, желтая. Есть, вот, есть набросок. Тоже что? Колбасит, да, из-за этого. Изолента, прикинь. Ну так а что, не синяя. Синяя замотаешь, будет нормально. Крыло продано. Крыло продано, две двери продано. Короче, Витя уже пол... Уже мотор почти в подарок, да, у тебя получился? На 7 тысяч уже продал.
На 7 тысяч уже? Офигеть. На задний бампер и на задние стопы за полторушку. 8500. Ну, короче, отбил почти всю Волгу. Потом уже. Мы сдаем кузов на металл и... Да. И выходишь в плюс. Ну, получается, да. Получается, что гидроусилитель, мотор, салон, вся проводка, генератор, стартер, радиатор. За 420 гривен тебе обойдется где-то. За... Да. 427 где-то, и правильно? Аккумулятор, то, чего у меня нет. Аккумулятор Викинг, кстати, идеальный. Завтра мы его на УАЗ поставим, будем гонять. Сможем завтра на УАЗе хоть проехать или нет, Витя? Ну это к максимуму, это его. Давай, 4, давай 400 гривен на помп. Да вопросов нет. Сейчас доедем. И 270 за пыльник. 300. 300, это мало, это не хватит. Ладно, давай 300, я там разберусь уже. На, 300 отдашь за мышу. За пыльник. Так, ну что, скажи, чтобы подписывались на канал, ну, колокольчик. Мне надо придумать какое-то фирменное движение, типа... Привет, подпишись. Так, давай быстрее думай, то так сядет. Так, я уже показал. Все, еще давай. Движение, давай так, второй. Так, и привет, подпишись. А, не, подожди, подожди. Если ты конченый и заспанный, то ты конче заспанный. Вот. Это вообще просто. Все, 300 гривен есть. День прошел не зря. Всем пока. Вчера орал с этой херней. Подписывайтесь. Если ты конченый и заспанный, то, скорее всего, ты конченый и заспанный.